Мексиканские власти представили новую образовательную программу. Ее основной целью является переход на двуязычие в стране в течение ближайших 20 лет, чтобы наряду с испанским все выпускники школ знали и английский. Поскольку в Мексике его используют далеко не повсеместно, в основном в крупных городах и туристических центрах. В рамках новой программы для мексиканских школ наймут свыше 1000 преподавателей иностранного языка. Дети будут учить английский в течение 6 часов в неделю. Отмечу, программа разработана при участии Кембриджского университета. Ее реализацию должны начать уже в следующем году.